Всем привет! Настало время разыграть сварочную горелку из прошлого видео. Для этого мы воспользуемся генератором случайных цифр, чтобы выбрать победителя. Сейчас скопируем ссылку на наше видео. Далее количество победителей 1. Так, выбираем победителя. Дмитрий Дружков стал победителем и выигрывает сварочную горелку. Под этим видео мы оставим контактные данные, чтобы с нами можно было связаться. И мы с вами уже определимся, каким образом мы отправим вам данную сварочную горелку. В дальнейшем мы также будем проводить розыгрыши различных призов. Поэтому подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Всех с наступающим Новым годом. Всего вам самого позитивного и хорошего. Пусть все ваши мечты сбываются. Пока!